Друзья, доброе утро. 10 апреля 2022 год. Слышите, вот воробушки чирикают. Два воробушка, короче, это самое, сидят и чирикают. Так забавно с утра вообще. Сегодня просто на работе. Работаю как бы 14 часов через 10 каждую ночь. И сегодня как бы ночь была такая бессонная. Сегодня новости были. А вот сейчас с города Циолковский, где у нас космодром, Ольга мне поздравила с днем, с добрым утром, да, чтобы утро подарило новые силы и хорошие новости. Так вот, смотрите, кто рано встает, тому Бог дает. А кто не ложился, тот вообще молодец. Я вот не стесняюсь по рабочей одежде, да. Значит, сегодня общались и с Белоруссией, и с Германией. И смотрите, друзья, какая новость. Кто дослушает это видео до конца, тому будет счастье. Значит, мы уже, если вы слушали мои видео, да, то уже поняли, да, что мы не всегда слышим друг друга. Даже когда мы говорим какие-то блага, порой уходит несколько лет, чтобы услышать вот то, что мы говорили, да, вот. И только попадая в какие-то ситуации, шея длинная, резьба мелкая, мы начинаем это слышать. Поэтому, друзья, много чего произошло за эти сутки, вот. Дай Бог всем здоровья и благополучия. Значит, благодарю своего наставника Романа Викторовича по теме Gift of Legacy. Он меня сегодня пнул, это называется волшебный пендаль, а у меня нету интернета. И мне пришлось выходить на улицу, тут за несколько десятков метров, да, и провести эту ночь сегодня на улице. Получив новую информацию по бизнесу, да, по криптовалютам, Ага. А у тебя пальчиковой нету это, батарейки? И получается, получив информацию, да, как говорится, кто имеет информацию, тот владеет миром. Сначала как бы было напряг ее получать, но когда я увидел всю цепочку причинно-следственную, и когда эта цепочка вся намазалась бутербродиком на мои цели и задачи, которые я уже качаю 26 лет в сетевом маркетинге, да, короче, как говорится, все пазлы сошлись. И тогда меня осенило. Значит, смотрите, если со стороны послушать, вот, допустим, ну, вот нас, предпринимателей, которые занимаются компаниями сетевого маркетинга, то для нормальных людей, которые работают по найму, ну, как бы это непонятно. И повторять это, дублицировать, наверное, не хочется. Я вас понимаю. Но те люди, которые в теме предпринимательства по системе сетевого маркетинга, то те знают, да, в чем идея сетевого маркетинга. Это получить резидуальный остаточный доход. Ну, получается, что в дороге нас тоже мы зарабатываем, да, но вся фишка, поработав несколько лет, да, или десятков лет, да, заработать вот в рамках компании процент ежемесячный от организованного товарооборота. Понятно сказал, да? Ну, допустим, параллель в армии. Вы отслужили в армии, получили пенсию в 45 лет там или кто как по выслуге. Вы отработали там в милиции и получили выслугу раньше, ну, чем вот обычные люди, да? Вот, выслуга получили. Это вот вкусно, да? Это привлекательно. Но за это надо тоже заплатить. Не каждый человек пойдет в армию рисковать жизнью, да, и не каждый человек пойдет в милицию, в полицию рисковать жизнью, да. Вот. В сетевом маркетинге тоже есть свои нюансы и свои сложности. Натыкаемся мы постоянно на негатив людей, потому что мы... Дождь пошел. Потому что мы являемся зачинщиком предложения, да. И, конечно, человек защищает свое пространство, защищает свое кошелек, защищает свое время. И, конечно, мы натыкаемся на негатив. Вот я в этом живу уже 26 лет. Но
Почему я несу эти все вот тяготы, да, и прелести? Потому что у меня перед глазами есть и было еще с 1996 года много достойных примеров, когда люди зарабатывали больше, чем вот люди, работающие по найму, и даже люди, занимающиеся бизнесом. Да? Значит, вот сейчас конкретика, да, факт. Я работаю по Gift of Legacy, касса взаимопомощи, да, и я вижу реально, как люди из 10 тысяч рублей приумножили по нескольку раз по 80 тысяч рублей, да. И, конечно, я купил два места, сделал подарки в двух местах, да, 10 тысяч рублей и 8 тысяч рублей, и мне это нравится. Вот, пока еще не получил результат финансовый, но я в пути, и я вижу, что это реально получить. Ну, не буду говорить, почему там сервер там лег, там, и все это технические моменты, сейчас все работает, сейчас все работает. Поэтому, друзья, есть эксклюзивное предложение, для кого 10 или 8 тысяч – это большая сумма, но есть страстное желание в этом поучаствовать, позвоните мне, плюс 7-924-123-24-44 с интернетом, Telegram и WhatsApp, и плюс 7-914-974-45-45 это голосом, МТС, МТС, да, только голосом, без интернета. Значит, друзья, смотрите, почему мы не понимаем друг друга? Потому что вы не видите своей выгоды. У вас перед глазами нету достойного результата финансового. Или там, допустим, какой-то выгоды. Объясню тогда на пальцах. Вот компания Full Life Research, БАДы для иммунитета. Я с третьего раза только осознал ценность этих препаратов. Когда в семье случилась онкология, и когда меня перекосило по суставам, да, уже знаете мою историю, но кто не знает, там мелкая моторика нарушилась и все остальное прочее, да, суставы. Теперь, смотрите, я вижу людей, которым, ну, мне понадобилось с 2009 года по 2015, да, это 6 лет. Сейчас меня начинают слышать люди, которые, ну, у нас есть клиенты, у нас есть в команде онколог, терапевт, хирург, да, вот, довольные клиенты, пациенты, но вот даже те люди, которые не понимали, вот сейчас начинают приходить. Прошло точно так же 6 лет. Ну, какой-то инкубационный период такой волшебный, да. Поэтому, друзья, я теперь вас, я понимаю вас, потому что у вас нету наглядного примера перед глазами. Я эти наглядные примеры вижу, выезжая во Владивосток, в Находку, в Москву, в Хабаровск, да, участвуя в конференциях, в вебинарах, в зумах, в конвенциях, да. Я ищу эту информацию, и я вижу успешных людей, у которых это получилось. У меня это получилось, допустим, самый мой яркий пример, это 62 тысячи в месяц от группы и от 20 до 40 тысяч на вот обслуживание клиентов. Это называется на профессиональном языке маржа. Вот 100 тысяч в месяц, да. 100 тысяч в месяц, я это ощутил, но я видел людей, у которых по 1 250 000 в месяц вознаграждения, да, и поэтому, конечно, я хочу и стремлюсь к этой жизни. Вы просто этих результатов не видели, поэтому вы к этому не стремитесь. Вот я об этом вам хотел сказать. Второе, значит, то, что мы все уйдем когда-то из этой жизни, вроде мы это понимаем, но пока конкретно вот не случился приговор, мы это вроде как не понимаем. Но это, наверное, психологическая такая защита, так нас устроил Господь, да. Мы не знаем, когда что случится, да. И слава Богу, что мы не знаем, да. Но есть препараты, если вы испугались за жизнь близких людей. Дай Бог всем здоровья, дай Бог всем здоровья, дай Бог всем здоровья. Но если такое случилось, звоните плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, плюс 7-914-974-45-45, только голосом. Реально звоните. Еще что хотел сказать. Смотрите, друзья,
Вот я технически не очень грамотен, там криптовалюты, там эти все ссылки, там реферификации, да. Друзья, слава богу, у меня есть хороший наставник, грамотный Роман Викторович. И я говорю, если бы не ты, Роман Викторович, если бы мы были, не были бы вот в таком тандеме с тобой в связке, я бы эту тему бы не потянул и не занялся бы ей бы даже. И от другого человека я бы это не услышал. Просто я уважаю этого человека как военного специалиста, пенсионера, хотя он моложе меня, да, как человека, патриота, семьянина, да, вот, профессионала. И вот почему я начал в этом разбираться, потому что мне стало интересно, как такой профессиональный человек мог этим заняться, и что он там такого увидел, такого волшебного, что вот мы, простые люди, не видим. И я докопался. Но, смотрите, в чем-то я не догоняю, и у меня есть куратор по Gift of Legacy, да, по криптовалюте, который мне реально помогает, и у которого связь там до самой Белоруссии, до самой Москвы. Все оперативно, все решается. Хотя он из города Владивостока, да. Вот у меня такой куратор по Gift of Legacy. Сегодня мне пришлось позвонить своим кураторам по For Life Research и выяснять вопросы по Германии и по Белоруссии. Я задал вопрос, не прошло и часа, я посмотрел по таймеру в переписке, и я получил весь расклад по For Life Research в Белоруссии и по For Life Research в Германии. И тогда я понял, как повезло моим последователям по Ламбре, которые тему я качаю 20 лет. С 2007 года по 2014 год я был складодержателем в городе Уссурийске, столом заказом по компании Ламбре. И даже я вспомнил, человеку надо было 5 ароматов одного номера. В Уссурийске не было, во Владивостоке не было, а человеку надо было срочно дефицитный аромат от компании Ламбре. Мои кураторы, они сейчас живут на Кипре, Южный Кипр, город Пафос, но тогда они жили в Москве. Я позвонил, и всегда кто-то с оказией летал, Москва, Владивосток, ну, каждый день через день, ну, просто обширные связи, да. И просто они подъехали в аэропорт и передали человеку 5 флаконов из Москвы, да. Через сутки эти флаконы были в Уссурийске, да? Представляете? Как человек обрадовался, когда мы можем оперативно решать вопросы географически. Так вот, сегодня, позвонив людям, ну, наверное, в Москве они оказались, не знаю, они были, может быть, или в Москве, или в Портленде в Америке, да? Они мне дали весь расклад, как это все приобрести, For Life Research, в Германии и в Беларуси. Значит, друзья, паркуемся. Значит, почему мы не слышим друг друга? Вы не видите своей выгоды. Раз. Значит, эту выгоду надо увидеть. Позвоните. Я вам все расскажу. +7 924 123 24 44 с интернетом. +7 914 974 45 45 голосом. Второе. Вы, может быть, что-то недопонимаете и не верите в свои силы. Поэтому, друзья, не переживайте, есть наставники, хоть по здоровью. Есть, вот вчера консультировали человека, нашли врачей-онкологов и в Хабаровске, и в Уссурийске, да. Вот, по здоровью можно проконсультироваться, по криптовалюте и по вот этим всем движениям финансовым, и по техническим вот этим моментам в интернете, все реально можно пройти, но... Что я осознал? Если послушать нас со стороны, вот как послушайте вы, допустим, как разговаривают по латыни специалисты-медики, мы же не поймем. Или послушайте двух программистов-компьютерщиков, мы же тоже, наверное, не все поймем. Поэтому, друзья, есть предпринимательство с сетевым маркетингом, есть по красоте, есть товары для дома, есть товары для здоровья, есть криптовалюта. Есть касса взаимопомощи Gift of Legacy. Друзья, есть у нас наставники, кураторы, которые реально день и ночь качают эту тему. Ну, теперь я вам объяснил, теперь вам более картинка как-то сложилась. Вот. Теперь уложились эти все пазлы, о чем, допустим, я говорю вот на своем YouTube
и на YouTube-канале Стороженко Владимир. Сейчас вроде как говорят, YouTube накроют. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так что, друзья, пока не поздно. Кто рано встает, тому Бог дает. Кто не ложился, тот вообще молодец. Вот, сегодня поздравили меня. Пусть утро подарит новые силы, да, и новые возможности. Вот, у меня так и получилось. Помогай Бог. Значит, видео это назову от 10.04.2022. Как бы его назвать-то, а? Иметь видение, да? Иметь видение, понимание своей выгоды, наверное, да? Вот так, наверное, назову. Ну, что-то в этом роде будет. Ну все, помогай Бог. Звоните.